Значит, еще раз повторяю, вот он в следующий раз, на 2 дня прилетит вот эта чмонька лысая, устроим нереальный секс. Вон, звонок сделай там, самолет вызвать тебе, да, пройти там, коттедж с ними большой, да, чтоб шашлык сделать там, во дворе, жесть. Пока он будет жарить шашлык, я буду жарить девочек из чата там в коттедже, да. Причем такой коттедж, чтобы много спален было, чтобы в каждой спальне меня ждала подписчица. Я буду заходить вот, в каждую дверцу и трахаться. A few moments later. Сейчас, секунду. Сережка звонил. Сереженька звонил, да.